сегодня к 7 часам вечера подходит. Вот Игнатьич, значит, привел Шарика на вечернюю прогулку, да, Шарик? Вот у нас братья тут практикуются в ремонте автомобиля. Че, брат Виталий, как тебе практика? Очень, очень строгий препод. Но я боюсь, и у меня помалу получается. Ну и много не получается, конечно. Сбивал несколько раз. Змейка там, эти восьмерки. Так, что случилось-то у вас тут? Да я этот. Ручник. Ручник не надо было нажимать. Ну, потому что надо там что-то. Ну все, ручник вот я. Там закис тросик, и не надо ее поднимать, этот ручник, пока, ну, пока не пользовался, пока, короче, ручником. Пока не отремонтируют. Да. Ну понятно. А он взял, ручник поднял, и теперь пришлось опускать. Да, бывает. Так, сейчас что, домкрат? Как быстро ломается все, конечно. В том году делали этот тросик-то. Ты знаешь, как он пользуется? Нет, давай. Вот видишь, вот эта кнопочка? Вот видишь, у тебя вот такой значок? Он так вставляет. Влево? Влево? Нет, ты его крути, обрати. Не бойся. Ты что, я вообще... Не бойся. Пускай, все. Ты все уже, да, что ли? Да, он запустил. Ты что себе... А ты что не предупредил, что он резко-то? Оставил его аккуратно, ничего не... Ну, хорошо должен снять. Включить. Вот это вот пускай до конца, я тут закручиваю теперь. Еще. Вот так рукой пускай, вот. Видишь? Ну, вот это закручиваю, вот эту деталь возьму, как сейчас так в обратную сторону. Угу. Красиво, чтобы закинули. Ну все, до конца или до что? До конца, до конца. Ну все, он тоже. Все, убирай. А где ваш преподаватель? Настоящий автомобилист. А где ваш? Препод в шоке, в ауте после урока. Идет как бы подзарядиться энергией, восстановиться. А-а-а. Нервы потребуют. Нервы маленько подлечить. Ну, слава Богу за все. Аллилуйя.